который сделан из двух зеркал. То есть взяли два зеркала и приложили друг к дружке. Луч света попадает на одно зеркало, отражается и летит дальше. Скажите, пожалуйста, как вот эти два луча между собой связаны? Они параллельно. Все поняли? Да. А кто может доказать это быстро? Давайте. Так как мы знаем, что он идет под таким же углом, как и этот, да. У нас получается то, что этот треугольник, он... Это был прямоугольный, да, мы знаем. Да. Это был прямоугольный, что? Да, и 90 градусов. Получается, да. У нас то, что этот угол равен, равен вот этому углу. И получается то, что... Это. Надо просто мысленно провести здесь вертикаль. Ну да. И сказать, что этот угол равен вот этому. Все. И равен этому. И получается действительно, что эти прямые что? Параллельно. Знаете, реальное практическое использование подражателя на велосипедах, на автомобилях. Уголковые отражатели. Уголковые отражатели. Идея такая. Делаете не плоскую картинку, а три зеркала под 90, три перпендикулярные плоскости. Но не одну такую штуку на спину вешаете или там на автомобиль, а много маленьких. Вы поняли, да? Да. Получается уголковый отражатель. И когда светит на эту штуку, то отраженный свет идет ровно туда, откуда посветили. И таким образом, если такой велосипедист едет, то, понятно, да? То машина его освещает, и водитель видит